А в Самарской области завершился молодежный форум «Иволга-2016». Участие в нем приняли более 2000 человек из 26 регионов России, а также Китая и Франции. Среди победителей и призеров форума есть и молодежь из Чувашии. Медиаволна, патриот, политика, ты предприниматель. В этом году на молодежном форуме в течение 10 дней работали 9 тематических смен. Были организованы встречи с известными политиками, спортсменами, успешными бизнесменами. Задача участников была не только представить свой проект огромной аудитории, но и защитить его перед экспертами. Каждая идея уникальна и амбициозна. Чувашскую республику представляли 89 студентов и молодых специалистов. Пятеро из них завоевали призовые места. Лось Ирина получает награду «Чувашская республика». За проект «Странички памяти» студентка Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства получила специальный приз – поездку на Байконур. Всего на форуме было представлено более 1500 проектов. Гранты на их реализацию получили 55 участников. Вашими разработками заинтересовались крупнейшие предприятия нашего округа, такие как «АвтоВАЗ», «Куйбышев Азот», «Ростехнологии», «ЦСКБ Прогресс». И я уверен, что часть этих проектов найдет достойное применение в их уже производственной и научно-инновационной деятельности. В рамках мероприятия состоялся третий российско-китайский форум «Волга-Янцзы», в котором приняли участие более 160 жителей Поднебесной. Совместная работа китайских и российских студентов велась по 5 направлениям. Культурно-лингвистическая смена, предпринимательство, наука и инновации, туризм, культура и искусство и СМИ и медиа. Лучшие проекты были отмечены грантами. Министр посольства КНР в России Су Фан Цу отметил, форум способствует развитию дружественных отношений между двумя странами. Это еще раз доказывает, что Китай и Россия взаимно являются стратегическими партнерами, вечными друзьями. Могу сказать, что третий китайско-российский молодежный форум сделал свой вклад. Я могу доложить Пекину, что если прекрасные результаты данного форума. Иволга – благодатная почва для роста и развития новых идей, внедрения инноваций и обмен опытом с ведущими мировыми специалистами. Организаторы обещают, сколько бы ни приехало участников на следующий форум, места для старта амбициозных проектов на Самарских берегах хватит всем.